Нет, что-то я прям умираю, хочу щербет. Сейчас, короче, наверное, это. Закончим линч, я быстренько, у меня тут под домом есть магаз. Магаз. Быстренько минут за 5 сгоняю за щербетом. Что-то прям аж... Чуть Хорошо. сейчас чего я вспомнила. Будь здоров. Спасибо. Вот это я понимаю, короче, никак... враг там что-то, чпок в него пули и все. Дело-то. Это бы он еще убежал, или там что-то еще случилось. Да, да, и потом еще догонять. Там еще. А че половина ну, озвучена, а половина нет. Не знаю. Может, типа, ну, там в этом. В обзорах тоже что-то на это дело жаловались. Ну, мне-то все равно, я как-то не это. Мне, в принципе, здесь озвучка русская не вызывает. Отторжение? Да, отторжение. Я не начинаю шипеть, пузыриться, когда слышу. Нормально. Сюда. О, исключительно, смотри, сейчас по стелсику. Слушай, отдай мне моего бомжа. Я не могу. Треник. Такое ощущение, будто я, короче, себя со стороны вижу. Ну-ка, дай я хоть посмотрю, как ты. Ну-ка, повернись. А, пиджачок одел модный. Ну-ка. У меня еще что, твои настройки, что ли? Присесть это, короче. Альт? Да. Нет, он вроде у меня держать надо было. Нет, у меня не альт присесть, у меня С присесть. У меня спрятаться за укрытие альт. Смотри, сейчас тут стелсик будет. Поэтому тихо. С глушителем идем. И никаких. Вон там, ангар. Понял. Если Глейзер говорил правду о самолете, он должен. Это же аэропорт! Там. Надеюсь, ты прав. Только с не квадратной текстурой, лично. Короче, это горизонта. Видишь угол? Он там. Да. Да плевать. Да. Ну так, в принципе, поле прикольное. Чего? Аэропорт. Только какой-то он нерабочий. Обычно на аэропорте только так они и успевают улетать. Там, блин, чуть ли не в хвост друг другу дышат. Ну это же не Москва. Или как он там. Это Шанхай! Ну, а, ну да, Шанхай это не столица. Пекин столица Китая, точно. Не Шанхай. Высовывайся. Тоже Шанхай же крупный. Тихо, нет, нет, стой, подожди. Я сижу. Не убивай никого, нам надо как-то так. А ну-ка, куда давай, нам? Давай справа обойдем. Вот нам туда как раз и надо, куда ты идешь. А, нет, это на тебя, наверное, вертит. Ну-ка. Ну, да, можно это просто на тебя. Мы такие невидимые. Два. Видите, что за бомжи там идут? Так реально, да, ну бомжи иду, так что... бомжи. Бомжи. Они, наверное, идут втирать какую-то дичь. Фу. Чего? Странное отражение, непонятное здесь. Боже, что с тобой? Останкино почему-то отражается. Там, где нет Останкино. А, да. А, нет, она сзади, вон она. Это ощущение, это хрень какая-то. Ну, это, короче, знаешь, как в некоторых играх есть, типа, отражение в небоскребах, хрен пойми что. Что значит, как в Борде? Ну, в Борде там тоже отражение такое, что прям... Соответствует действительности? Угу. Я чуть не припомню. Блин, ты там в том же самом убежище, если ходить. Мы с тобой даже обсуждали этот момент. Сами да? ржали над этим. Я же забыла. Воу-воу-воу-воу-воу. О, у меня значок над нами сейчас с цифрами. 2078. Практически точно такой же, как у меня у записи Shadowplay. Только он черно-белый, а у Shadowplay зеленый. Так. Черно-зеленый. Так, и нам надо... Нам надо... Ой, там до хрена. Там тьма. Мне кажется, если мы уберем, сдохнем, ну, они согрятся, и потом, когда мы возродимся... Да, они будут уже согреты. Они, да, согрятся. Эй! Ну, зачем ты их агришь? Он а, не... нет, не агришь, не агришь, это они просто разговаривают. Не-не-не, он, типа, он на меня поднял. А, все. Нет, не на тебя, вон у них заложник какой-то есть. Не-не-не, чувак прям на меня смотрит, он прям пух на меня. А,
А, да? Ну просто это они тут остальные не сагрились на тебя, а тут они просто. Там не оббегает, чувак, ничего. Это ты? Нет. А, это чел. А, он сагрился. Блин, надо догнать. Ну ладно, не вызвали подмогу. Надо догнать, пока они не вызвали подмогу. Стелс не прошел. Куда бежать-то, догнать? Я не знаю. Ой-ой, взлетает самолет, я слышу. Вау! Прикольно. Класс вообще. Сейчас такое-то типа. Все, гамора. Че не взлетает? Ну-ка, пойду посмотрю. А, он. А, разворачивай. Ксюша, ачивка. Я не добегу. Я не успею. Вокруг оббежал, почти всех убил, и, блин, сзади меня убили. Да, я постался. Так, присядь сначала. Я присел, я не знаю, как присел. Было прям... Чувак смотрит. А здесь не обойти. Ну, короче, в общем. Давай. Все, даже давай попробуй еще раз. Полпих. Сбоку обойти. Блин, надо догнать их, пока они не вызвали подмогу. А вот, все, теперь они все разбежались. А, нет, они все разбежались по укрытиям. А, думаю, кто мне там над ухом. Блин, как же они телепортятся, это меня не устраивает. Это одного чувака много попало. Издалека попадают, как они попасть могут издалека, они прям заяривают. Дальше, а, в служебный туннель пошли. А. Извини, чувак. Все, вот сюда.
эфире вновь. Это они только присели. Присели. А нет, он блин, я не могу понять, взлетает или что? Нет, он садится. Здесь самолета нет. Посмотрим в другом ангаре. Аэрофлот! Российская авиалиния, ЗЗ. Да. Будь начеку. О, господи, какой урод. Кто? Самолет. А, урод. Джет. Ну, он без крыльев просто, поэтому... Что урод. Значит джет? Я что, на таком же полечу? Ну, у меня будет супер джет. Идем другой самолет. Мэджик джет. А вон самолет. Вон самолет. Крыло отдельно. А сзади еще набегает, сейчас начнут на попец. Прикольно, мы друг друга прям. Баю. Рукой осталось. Это самоубийство. Вот. Знаю, это безумие. Но это наш единственный шанс. Это самая тупая из наших выходов. Закончил? Найдем другой самолет. Да, согласен. Ну договори. Отлично. Это аэропорт. Чувак. Иди дальше. Вон сюда. Куда? Вниз. Куда? А. Нет, не могу понять. Развернись. Эй! Ни хрена себе вообще. Ну что ты пугаешь? Слышишь, он нервничает. Буду его даже убивать, он бедняга. А-а-а.
Времени у нас немного. Скоро аэропорт перекроют. Знаю. Главное не попадаться никому на глаза. Блин, а так вот сейчас было как в хорроре. Расслабься. Что, вот этот звук? Да, как Лоэр Сафир и так далее. Трупы. Что там, Аллах, что ли, крикнули? Да вряд ли, это же не эти. Как там их? Ой, смотри, багаж. Это классно. Да кто мне стреляет? Не багаж. А, вот, башка сраная. Ну-ка, можно посмотреть, как все это изнутри выглядит? Интересно. А, это типа уже разгружают, да? Наверное. Только тут один чемодан левитирует. Кто? Где? А вот их тут такая толпа. Сразу двоих. Одной этой, одним выстрелом двоих. Конечно. Это, наверное, если десятерых, то может дадут. Надо разделиться. Ладно. Надо разделиться. Угу. Кто же меня спасает? Так. Вот, блин, сюда! У меня зацензурено... Зацензурен кусок деревяшки. Как это вообще возможно? Потому что деревяшка в форме... Не, ну просто бывает же бревна. Нет, ну смотри, ну не, не деревяшка, а это железяка какая-то, такая, на которой крепится баннер. Она зацензурена, какого черта, я не понимаю. Ну, может, там что-то нарисовано такое, что? Да нет, нет, это видно, что, ну, как это, как от перила, в общем, кусок перил зацензурен. Mm-hmm. А, вот куда, а я все не туда иду. Блин, сюда! Вот срань! Осторожно, Гейб! Зараза! А, это ты. Блин, я палю тогда по тебе. А это, оказался ты. Ты их сверху там видишь, да? Бегают. Да, вскрытый багаж. Да твою ж мать-то. Терминатор такой, но нет. Все, ну я, по крайней мере, ачивку сделал, можно это. Вот срань! Осторожно, Гейб! Зараза! Блин. Огнетушитель взорвался где-то рядом со мной. Чё такое? Почему я умираю? Ой,
мощный взрыв был. А, это я. Тот огнетушитель, который меня убил. Эй, а, думаю, что такое, что я застыл-то? Неужели мы с трудным моментом столкнулись? Вот срань! Осторожно, Гей! Зараза! Да я открываю, там надо открыть эту. Получается, выламываешь ногой дверь, и там сразу двое чуваков. Я еще даже выломать ее не успела, они меня уже убили. То есть он у меня умер в процессе выламывания двери. Как это получилось? Мы их убили? Хорошо, мы бегут. Я могу дверь не ногой, а дробашой? А, они сами без меня ее открыли. Да почему? Что, опять? Я как только выламываю дверь, меня сразу кто-то гасит сзади. Значит, кто-то остается. Так почему кто-то остается, если спокойно сейчас шла к этой двери, стояла возле нее, и все было нормально, никого. Это значит, снизу я не всех убиваю. Вот срань! Осторожно, Кей! Зараза! Они тоже поверху стреляют, наверх стреляют по тебе. Я в курсе. Пока не иди к двери, я все проверю. Линч! Линч! Иди дальше! Все, иди дальше. Линч, ну же! Так.
осторожно. Покончим с этим. Ох, там толпа. Блин, ты не спасешь меня, да? Я не смогу слезть. Помру. Откуда ты сбоку ко мне подошла? Иди дальше! Готов! Твою ж мать, где они? Ты их видишь? А, можно спуститься, но я... Ты не успеешь там через них пробежать. Так, ладно. Иди дальше! Готов! Окей, готов. Где ты, Линч? Ну же! Когда лучше бежать. Сейчас я здесь не тушите. Так, я лучше там вообще вернусь. Сейчас.
Блин, бесячий. У нас получилось, Линч. Давай. Всё. Наверх, что ли? Наверное, оттуда, куда они пришли. Что там? Да, просто смотрю, что это. Не отсвечивает сильно. Так сбоку. Ой. Он сломался. Че? Где самолеты? Не знаю. Просто не останавливайся! Это никогда не получится. Туда! Самолет! Быстрее! Он готовится к взлету! Наконец-то! Чего к нему просто бежать надо? Сукин сын! Забей на них! Самолет улетит! Я просто вперед побежал. Быстрее, Кен! У нас нет времени! Ты гоняешь? Гоняешь. Собаки сраные! Беги, не оборачивайся! Успели! Давай внутрь! Нифига ты телепортнулся. Интересно, кто-то его разрешение на взлет? С террористами мертвым.